Город Асбест постепенно начинает готовиться к новогодним праздникам. Одним из важных атрибутов встречи Нового года является традиционный ледовый городок. На этой неделе в администрации Асбеста прошло совещание по строительству городка. Хочу отметить, что ледовый городок планируется расположить также на форумной площади, как это было в прошлый год. Планируется, что будут традиционные ледяные фигуры, а также элементы для, скажем, для игр, для наших детей. Строительство ледового городка запланировано на 19 декабря. Участники совещания обсудили будущее наполнение городка. Так, на площади обещают построить фигурки Деда Мороза и Снегурочки, панно с символом года, трон, лабиринт, горку и блюдо. В совещании приняли участие представители городских предприятий. Они также включились в работу по обсуждению и готовы традиционно оказать помощь в строительстве новогоднего городка. Дмитрий Рудаков, Елена Лобова, Максим Фетисов. Новости АТВ.